Теперь ни один правонарушитель не сможет покинуть или посетить Уральск незамеченным. На всех 4 стационарных контрольных постах установлены комплексы «Автоураган». По словам полицейских, комплекс считывает регистрационные знаки всех проезжающих автомобилей в любое время суток, выявляет факты нарушений ПДД и может распечатывать протокол и фото автомобиля нарушителей. На установку комплексов из бюджета области было выделено 44 миллиона тенге за 2 дня. Работы «Автоураганы» уже задержали несколько нарушителей. Предупреждаем всех владельцев транспортных средств, у которых имеются задолженности по штрафам. Также, значит, у кого автомашина находится, значит, наложены судом ограничения, аресты, задержания, всевозможные банковские ограничения, элементчики и так далее. Значит, водители, нарушавшие ПДД с подложными госномерами, все это, значит, по базе забиты, все эти нарушения, значит, сразу «Автоураган» фиксирует.